улице Мич живет прикольно. Ай. Ну, Олю. Олю фотографируем. С попугаями. С кешами. С Кешей и Герой. Кеша лысенькая. Ага, когда вдвоем не орут. Вот это подрагивает. А они все дрожащие, они прям вот это такая порода, они все время дрожат. Дрожайшие вы мои. Кеша и Гера. Пишем вам письмо. Из 20 типа, века в 1985. Помнишь? На куда? На Майорку? Нет, в этот. Из какого-то 2000 года в 89-й. Или 79-й. Он, кстати, кусачий, мне сказал. Да, ты он... зря меня успокаивал. Нет, нет, он кусается, но как типа показывает, что он типа, показывает, демонстрирует что укус. Я умею, я самец. О, видишь, он так вот показывает. Да-да-да. А вот а Гера тяпнет так до крови. Гера. А он просто демонстрирует опасность. Вот. Если вот такое место ему дать, которое он не может ухватить, он не сможет его ухватить. Просто вот они сейчас куда же засыпятся. Пойдем их спроводим, а с крысы они как? Ой, крыс их задавят, нельзя, нельзя. А это свинка? И свинка тоже, наверное. А птицы, этих рыб они не любят смотреть? Рыбы они не понимают. То есть попугай, ты можешь, конечно, тот попугай, который красный, он их понимает, но они ничего не понимают. А он их как понимает? Ну, попугай конечно, хитрый. Он еще вот тут поиграть. Да? Вертолетик. Если он не разрежен. Конечно, разрежен. Давай попробуем сейчас поиграть.